Приготовься, мальчик. Хорошо. За тобой, Драугр! Oh!
вижу путь наверх. Ой, рука осталась без волос. Вот теперь глаза сильно жжет. И в горле печет. Но если все идет легко, какое же это испытание? Тут меч. Который это? Пятый? Будь готов, мальчик. Готов. Yeah!
Я смотрю, в этом ты уже весьма преуспел. Вот и они. Я готов. Снова Краугер! Я не готов! Тут еще пришли! Go!
врата. Если бы к этой жаре добавить холод Хельхейма, было бы в самый раз. Если бы у Всеотца были крылья, он был бы драконом. А? Обычно я не особенно боюсь высоты, но держись крепче. Полностью согласен. Валькирия! Осторожней! Кто на этот раз сломали?
Чего тебе, парень? Ну и это все? Yeah!
Все так, госпожа. Ты свободна. Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну, что еще надо? Благодарностью не расплатишься с оружейником. Вальхалла ждет. Прощай. Если они хотят, чтобы их убили, то могли бы немного поддаться. Не уверен, что это в их силах, парень. В смысле? Что-то заставило их обезумить от ярости. Как ты это... Я знаю.
Он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все мечи вернулись. Вы там нашли? Было же что-то еще.